Золото партии – это мост в будущее. Это обращение к нашим детям, к тем, кому сегодня месяц, год, три. Тем, кому сейчас 10, мы не нужны. Ни мы, ни наши идеи. Они нам не простят голода и бомбежек. А вот те, которые сейчас еще ничего не смыслят, они будут говорить о нас, как о легенде. А легенду надо подкармливать. Надо создавать тех сказочников, которые переложат наши слова на иной лад. Тот, которым будет жить человечество через 20 лет. Как только где-нибудь вместо слова «здравствуйте» произнесут «Хайль» в чей-то персональный адрес. Знаете, там нас ждут, оттуда мы начнем свое великое возрождение.